Доброе утро, друзья. У нас, смотрите, туман вот такой вот стоит. Но тепло, 18 градусов на улице. Сквозняк, как всегда. Смотрите, кстати, по телеку сегодня слышал, что это у нас не туман, а калима. Это сахарская пыль, короче. И вот дожди будут. И дожди будут глиняные. Так что машины нам сказали, лучше не мыть. Будем разогревать гречечку с грибочками. На улице у нас сегодня вообще прям очень тепло. Ну вот что вот это из этой вот калимы. Не врублюсь. Пасмурно. Ну, не пасмурно. Сегодня уже на ночь дождь передает. Я сегодня поработала хорошо, неожиданно даже. Так что хочется сильно лопать. Вот у меня салатик еще с этой, со свеколочкой. Вроде не прокис. Нормально. Чаек надо заделать. В общем, все. Разогреваю, ем. Не знаю, что посмотреть. Уже все сериалы пересмотрела. Посоветуйте какой-нибудь сериал интересный. Чтобы, знаете, такой за душу взял. Чтобы вот прям драма какая-нибудь. Что-то все фигня какая-то. Смотрю даже это. Первую серию начинаю смотреть. И не нравится. Ладно. Я когда голоден, поэтому первое это надо поесть. Делаю себе вот такой полдник. Это вот такой вот моцарелки с мармеладом из айвы. И черный чай. Английский, настоящий. Ну, так написано на коробке. С молоком. Там даже на коробке написано, что его надо с молоком. Вот, и пойду пораньше погулять, потому что погода вообще, если честно, не поймешь, что за погода. В 6 обещают уже дождь. Но так как вот это вот с Сахары дует ветер и надувает нам вот это вот песок, да, моя радость, не видишь, облачно, не облачно, вроде как и солнце светит, в общем, непонятно как-то. Наблюдает. Вот когда один остается, и я возвращаюсь домой, он очень часто бежит отсюда, такой радостный. И вот он именно здесь загорал. Счастье мое. Любит, когда ему вот тут чешут. Иди станет, так и стоит. Чешется. Так что вот хочу, ну, чтобы меня не намочило ничего. Вдруг... Как в сказке скрипнул за двери, все нам стало ясно теперь. Че? Муж что ли? Ты нет. Кепаса? Кепаса? Нет вроде никого. На пляж пойду. Туда. Там у нас пляж. Ничего не видно. Вроде это, может быть, знаете, не соседи, может быть, вчера. Или есть соседи. Вот сюда свою старую мойку принесли, чтобы она тут стояла. Выбрасывать жалко, потому что она нормальная, хорошая, что пускай стоит. Хлеба не просит, правильно? Вот тут такой у нас вот вид с крыши. Ветер такой, как бы, но он как-то, знаете, небольшой. Вот этого здания не было, его построили буквально, не знаю, за 2 часа. Ух ты, как там у них классно, смотреть, точно ли муж идет. Пойду посмотрю. Очень интересно. Que pasa, Чарли? Как скрипнул.
гости у нас, как я уже говорила, находятся у сестры днем, поэтому можно покайфовать. Кайфую. Я люблю вообще одиночество. Одиночество. Я человек такой, знаете, люблю сама с собой побыть, подумать, поговорить. И не люблю, чтобы у меня дома какая-то толпа ходила. Я сама с собой счастлива. Я уже, у меня даже видео есть на этот повод. Поэтому так. Смотрите, опять тут муж притащил килограмм каких-то. Это маленькие, наверное, эти кальмарчики. Тунец свежий, посмотрите. Обалденный. Короче, он у меня разморозится, буду котлеты сделаю. И вот тут вот, это называется эспича. Это знаете что? Сушеные бакероны хамса. Сначала соленые, потом сушеные. Точнее, вяленые. Но испанцы его не едят как бы, как сушеные. Они его потом жарят. Я, в общем, завтра вам покажу, как это делается. Это очень вкусно. Я вообще, в принципе, так уже ем. Потому что это как сушеная рыбка. Класс. Вкусняшка. Котлетки. Смотрите, какой кушман. Очень странные предметы. Например, кто-то, наверное, какая-то женщина потеряла свое транспортное средство в довольно-таки хорошем состоянии. Вот, идем дальше. Вообще, чем дальше, тем интереснее. Потому что, смотрите, кто-то, наверное, кушал-кушал. Прям вот конкретно кушал. Даже потерял вилку. Идем дальше. Ну, такое валяется уже везде и вся. Люди просто свиньи. Ладно, там, как говорится, ну, потерял как-то, выпал. Ладно, валяется везде и вся. Ну, вот этот предмет очень интересный. Как его потерять, я вообще не имею понятия. Чьи-то трюселя. Кто-то без них ушел. Кто-то плавал. И все. И уплыл. Слушайте, а муж правда уплыл куда? А трюселя отдельно? В общем, как-то так. Очень интересные находки у меня сегодня. Вот смотрите, еще одна маска. Ой, а потом говорят, как говорится, это земля. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери. Вот, видите? Это вот все люди. Что земля перенагревается, что ледники тают, что скоро нам кранты. Удивляются, откуда взялся вирус, его кто-то придумал. Тут придумывать ничего не надо. Вот, вот, все, все, мы сами все это делаем. Мы сами все свинячим, поросячим. Вот, вот вирус, вот он.
Зачем придумывать? Вот сами, своими руками, видите? Откуда берется? Прям иногда даже смешно. Да потому что мы свиньи. Вот и все. И все этим сказано. Ой, я такая умная, что прям даже офигеть можно. Ну, правда, когда смотришь на весь этот свинарник, и как-то становится грустно. Да. Ладно, мы уже погуляли. Да, Чарли? Чарли? Я с тобой разговариваю. Чарли? Я с тобой разговариваю. Он скажет, тут столько интересного всего, что ты со мной разговариваешь? Смотрите, какие огромные вот эти вот вертушки, видите? От вот этих вот мельниц, которые вырабатывают электричество. Не знаю, как они называются. Просто она не громадный. Это у нас порт там. Порт. Огромный. Смотрю вот на все это и понимаю, что никакая это не зима, а это обычная осень-осень. Лес остыл и листья сбросил. И лихой ветер гонит дым за мной. Ну правда же ведь, а? Желтые цвета. Смотрите, а вот тут цветочки какие цветут. Красные. Но вообще красиво. Приготовила себе ужин. И буду садиться монтировать. И прощаться с вами до завтра. У нас завтра дождь обещают, поэтому поживем, увидим. Но, конечно, вот эта вот дымка не ахти. Ладно, всего самого лучшего и всем пока-пока. Удивляюсь синоптикам, потому что как они так угадывают прям точно. В общем, у нас дождь пошел. Слышите? Конечно, вы не слышите нифига. Но поверьте мне на слово. И прям так пасмурно стало. В общем, будем принимать грязевые ванны. Земля наша будет принимать грязевые ванны. Там вот видно. Видите, пол асфальта сырого, пол асфальта сухого. В общем, да. Это так это, постскриптум, или как-то, когда видео после выходит. Чарли Бинго, Чарли Бинго.